Лишилась дорогого телефона на улице. Житель Ярославля выхватил мобильник прямо из рук девушки и бросился бежать. Вскоре на след подозреваемого вышли оперативные сотрудники. Они быстро вычислили мужчину, задержали. Суд арестовал его на 2 месяца. Уголовное дело возбуждено по статье «Грабеж». Обвиняемому грозит до 4 лет лишения свободы. В Ярославле полицейскими раскрыт грабеж. В полицию обратилась девушка и сообщила о том, что неизвестный выхватил из рук сотовый телефон и скрылся. Сумма ущерба составила около 10 000 рублей.